Слушай, слишком тут богато. Слишком дорого, а? Может, я домой поеду, а? Накладно вам, дети. Мама! Успокойся. Адекватные цены, все в порядке. Пойдем присядем. Оперативненько. Бабушка, а тут котлеты вкуснее, чем у мамы. Я все слышу. Так, кто что выбирает? Мне овсяночку. Мне шницель, мне шницель. Бабушка, а что такое шницель? Это вкусно. Отличные номера тут. Частенько так. Было. Смотри, какие еще есть. Ага. Да. О, даже люкс есть. Нужно бы исследовать. Сначала исследуем лечебный корпус. Тогда надо разделиться. Аппарат экстрасенс. Ну и что же он дает? Экстрасенс. Чувствую, сигнал улучшения иммунитета пошел. Вам все расскажут, все доброжелательные. Идете к врачу, берете список процедур и вперед. Мне, доктор, немножечко. Лучше ставьте следующего, мне много не надо. Да вы просто еще в спа-капсуле не были. Это нечто. Согласен. Наверное.
я у вас много времени не займу. Приятненько. Мама, посмотри, какие рыбки. Я хочу их покормить. Какие милашки. Тогда окунай ноги. Как ноги? Ладно, можешь руки. Какие? Ай, как щекотят! А у тебя? Ой, хоть и мы прогуляемся наконец-таки. Внимание! Экскурсия в доме отправляется через 5 минут. А птички как поют, да? Ты слышал? Просыпаешься утром, да? И птицы, да? Смотришь в окошко, да? И деревья, и птицы, и ты. Они такие классные, давай их заберем домой, пожалуйста. Так, похоже, в семье пополнение. Детвора, айда за коктейлями. Фито-чай. На всех. Что же все? Да. Снимайте их скорее. Кажется, я уже достаточно оздоровился. Я еще на твоей кушетке не была. А где дедушка? Он в библиотеке. А караоке у вас есть? О, какие дамы тут!
Хорошо, заехали. Да. Так это ж Дианка. Все процедуры окончены. Мам, а процедуры-то помогли? Ты прям расцвела! Хочется уезжать. Кружилась бы и кружилась. Санаторий Чонки! А где дедушка? Санаторий Чонки. Есть повод вернуться.